Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Павел Михно. В очередных матчах чемпионата Беларуси хоккеисты Немана обыграли Гомель, а «Металлург» одолел Беларусь Ю-20. На льду в Гродно рыси уступили минимально. Единственную шайбу забросил Артур Савинов на 24-й минуте. Матч закончился со счетом 1-0. Для гомельчан это вторая игра под руководством Сергея Стася. Новый рулевой отметил, что хоккеисты выполнили установку, но команде пока не хватает снайпера-исполнителя. Вчера также прошла первая встреча Беларусь Ю-20 и «Металлурга». Счет на табло во втором периоде открыла «Молодежка». В третьей 20-минутке они удвоили счет, а «Столивары» в ответ забросили 3 шайбы. Матч закончился победой жлобинчан 3-2. Ближайшие встречи пройдут 31 января. Рыси встретятся с «Динамо» Молодечно, а «Столивары» проведут ответный поединок с Беларусь Ю-20. У гомельского футбольного клуба «Локомотив» появился новый игрок. Контракт с железнодорожниками подписал Андрей Соловей. Трудовое соглашение 24-летнего полузащитника с клубом рассчитано до конца сезона. Ранее футболист входил в состав брестского «Динамо» и жодинского «Торпедо» «БелАЗ». Вызывался в молодежную сборную Беларуси и дебютировал в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2017 против Словакии. В минувшем сезоне выступал за «Слоним» 2017 и провел 26 поединков, в которых отметился 9 голами и 6 голевыми передачами. Тренерский штаб юношеской сборной Беларуси назвал предварительный состав на международный турнир «Мемориал» Владимира Дзурилы. В список из 22 игроков попали и гомельчане – защитник Павел Денисов и нападающие – Александр Антошков, Олег Кочеловский, Алексей Фурса, Арсений Штермер. Все они – воспитанники Гомельской детско-юношеской спортивной школы. «Мемориал Дзурилы» пройдет с 7 по 9 февраля в словацком городе Пьештяны. Соперниками белорусов станут юношеские сборные Швейцарии, Словакии и Германии. Этот турнир станет генеральной репетицией перед апрельским чемпионатом мира Ю-18 в Илите. В Минске сегодня стартует квалификационный турнир чемпионата мира 2020 года по мини-футболу. Сборная Беларуси проведет первый поединок в отборочной группе «Б» с командой Косово. Затем они сыграют с Андоррой и Норвегией. По итогам тренировочных сборов тренерский штаб утвердил заявку на квалификацию чемпионата мира. В нее вошли 14 игроков, в том числе вратарь Владимир Стремилов из БЧ и Владислав Селюк из ВРЗ. Финал первенства мира по мини-футболу пройдет с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь-4.